Германия, Украина, Словакия, Египет, Молдова. В итоге, после проведения других европейских гонений в белорусскую межу у пункте пропуска Нового года пересекли сотни замежных туристов. Часто их являются гостями и непосредственными участниками спортивного форума. Для пересечения ими границы створили максимально комфортные условия. Для всех лиц, следующих на вторые европейские игры, будь то спортсмены, участники, болельщики, выделен отдельный канал, на котором осуществляется приоритетный пограничный и таможенный контроль. То есть лицо, предъявившее либо билет, либо аккредитацию на вторые европейские игры, оформляется в приоритетном порядке. Особливая увага провозу товаров, призначенных для организации проведения гульнев. Их мытное декларирование спростили до минимума при наявности письмового подтверждения от дирекции гульнев. Питания при перемещении тех же спортивных локов и зброи для стендовой стрельбы не возникали ни разу. Тем больше, что напередодні гомельские мытники разместили всю необходимую информацию на своей интернет-сторонце. С 7 июня по 7 июля все желающие в любое время могут получить информацию о порядке перемещения транспортных средств и товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза по телефонам, указанным на странице Гомельской таможни единого интернет-портала. Волонтеры других европейских гульнев на пункт пропуска приезжают разом с пограничниками. Их задача – рассказать гостям нашей краины об спортивном святе и запросить принять у им удел. Кажут, что за день они раздают по несколько десятков брошюр с раскладом спаборництв, адресами их проведения и парадами для наведывания спортивных объектов. Працовная смена волонтера протягивается 12 годин, и весь этот час необходимо быть ветливым и в добром настрое. Еще одна обовязковая умова для волонтера – ведение хотя бы одной замежной мовы. Студентки Прасковы Примаченко и Ангелина Сметана працуют разом. Одна добра ведая немецкую мову, другая английскую. Кажут, что уже несколько разов приходилось выкористовывать веды на практике. Перед тем, как стать волонтерами, девчины спочатку приняли удел у кастингу, потом прошли специальные навычальные тренинги. Люди с улыбкой отвечают, да, что они знают. Если некоторые люди не знают о том, что проводятся европейские игры сейчас на территории Республики Беларусь, мы как бы их рассказываем о играх. Какие виды спорта проходят? Даем буклеты вот эти, красивые буклеты. А проча раздача буклетов, волонтеры поспевают еще обмерковать с туристами выники спаборництв и медальные залики. Сегодня я не вернусь до дома, неделю в 23 годины, завтра, когда 8 годин вечера, приеду сюда снова, а подчас отпочинку буду глядеть опошние новины с других европейских гульнев. Олег Сентеров, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель» с пункта пропуску «Новое Гуто».